Сан-Франциско. Ты впервые покидаешь США. Пока Гонконг — это место, где полно негодяев, может случиться все, что угодно. Да, и насчет вихревой ноги, которой я тебя обучал, ты должна использовать это только в случае крайней необходимости. Сестра, иди сюда. Сестра, парни в Гонконге все такие плохие. Ты должна быть осторожна. Хорошо. А ты не забывай слушаться учителя. И не флиртуй с иностранцами. Иначе я тебе сувениров не куплю. В главных ролях Шарло Чун. Динни Ип. Джеки Чун, Чинг Ми Яо, Кен Ло, Кван Хой Сань и другие. Смертоносная женщина мечты. Продюсеры Зето Синь Сань и Вонг Цзин. Режиссер Тейлор Вонг. Мисс. Отче. Отче. Ты должна понимать, что дело очень серьезное. Потому что сегодня я выявляю предателя. Поэтому я и попросил тебя приехать на помощь. Папа, твои заботы — это и мои заботы тоже. Как только мы закончим все дела, вы сможете здесь хорошо отдохнуть. С радостью. Садитесь. Позвольте вас познакомить. Все здесь давние члены клуба Хунлок. Вам должно быть интересно, кто эти леди. Это дочь последнего главы клуба Шиунг Гай. Мисс Соловей Вонг. Ягуар. Простите, дядюшки, я только что был с девушкой. Эта иностранка была просто превосходна. Вот почему я опоздал, прошу прощения, Ягуар. Здравствуйте, босс. Опять ругать меня будете? Я же говорил, что я сегодня точно приду. Я смотрю, вы двух девушек пригласили на нашу вечеринку. Простите за то, что несу чушь. Не могу перестать думать об этой иностранке. Она такая секси. Когда-нибудь я тебя с ней познакомлю, старый хрыч. Ягуар, следи за языком. Приветик. Я Ягуар Луи. А я Соловей Вонг. Я же постоянно напоминаю себе, что нужно мыть руки после секса. Никто не будет пожимать руку, если она грязная. Прошу прощения. Ягуар, ну-ка, сядь быстро. Несколько месяцев назад банда Вачин хотела сотрудничать с нами. В вопросе контрабанды оружия, переправки на лодках во Вьетнам, но мы не смогли заключить соглашение. Банда Вачин вывезла оружие в открытое море, но на их пути появились какие-то пираты. Они были очень жестоки. Банда Вачин не только потеряла оружие, но и многих из своих людей. После тщательного расследования было выяснено, что члены нашего клуба Хун Лок причастны к этому. Но как? Соловей в хороших отношениях с бандой Вачин. Если мы хотим разрешить этот инцидент...